Улучшить внешний облик Бреста и экологическую обстановку в нем решили одним действием – посадкой новых деревьев. Сотрудники Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, МЧС и городского предприятия «Коммунальник». Местом встречи участников трудового десанта стала площадка возле строящегося медицинского центра на улице Лейтенанта Маслова. Новое место прописки здесь получили более 100 деревьев. Окрепшие дубы, клены, рябины и сосны в скором будущем будут радовать брестчан. В осенний период у нас продолжается уже начатая весной работа по зеленению территории общей пользования населенных пунктов. Это мероприятие предусмотрено и планами, территориальным планом по наведению порядка на земле, и мероприятием по проведению года народного единства. Уже в осенний период посажено более 10 тысяч деревьев кустарников. Эта работа продолжается, она в самом разгаре, и еще в этом месяце она будет активно проводиться. Но не только эта работа сейчас в разгаре. У специалистов городского предприятия «Коммунальник» дел не в проворот. Главное – успеть основательно подготовиться к зиме, чтобы город был чистым, а транспортных коллапсов не возникало даже в самые заснеженные дни. Мы сейчас ведем активную работу по заготовке песко-соляной смеси для зимнего содержания дорог. Вот. На данный момент у нас заготовлено уже 23,5 тысячи тонн, остается еще 1500, это до 1 ноября планируем полностью заготовить, чтобы пройти зимний период. Вот. Также у нас готова уже техника на 100%, это 31 пескоразбрасыватель, 14 погрузчиков и 14 подметально-уборочной техники. При обильных снегопадах 24 предприятия города дополнительно выделят до 124 единиц техники для уборки улиц. Такая основательная подготовка позволяет горожанам не волноваться о скором вступлении зимы в свои законные права.